Место работы называется «Кафе у бобра». Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой совковой фигни. Женщины просят про гранитный камушек в груди. Мужики заказывают Владимирский Централ. Однажды один мне 10 раз подряд заказал. Как бы я ни смотрел, работа не фонтан. То ли дело у моего друга-пианиста, начальник был Жора Горонян. Вообще я с высшим музыкальным образованием, родители хорошо занимались моим воспитанием, но лучше работы я так и не смог найти. Вот или лабухом быть, или двор мести. Программа типичная, не дать не взять. И каждый день кто-нибудь нажирается и начинает ко мне приставать. И чтобы как-нибудь разнообразить собственный трек-лист, я решил запеть свои песни, ведь я голосист, сочинил песню. Пою иногда для местных орган. Песня про то, как вора закрыли. Слезливая такая история с простым припевом. Еду в Магадан. Девчонки, не расслабляйтесь. Еду в Магадан. В Магадан. Слушай, братан, а кто это поет, а? Еду в Магадан. Чё в натуре твоя песня? Не звездишь. В Магадан. Слушай, ну красавчик, не ожидал от души. Еду в Магадан. Песни дерьмо, конечно, но местным нравится. Они говорят, у меня талант, я должен прославиться. Уже толпы на входе в кафе у бобра. Все ждут мою персону, все меня встречают на ура. Хозяин бобра доволен, бабки текут рекой. Уволил сессионную милицию, повысил мне ставку. Ты говори только, Вася, бой! А вместе мы начали продавать в рингтонах. На концерты приходят люди в погонах. Над Черноморским побережьем звучит Магадан. Я реально поднялся, я реальный пацан. Все вместе, Иваново! Еду в Магадан. Давай, братан, для нашего школьника еще разок. В Магадан. Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой. Еду в Магадан. И вот я на заказнике пою этот трек. Подарен счастлив. Выписывает мне чек, рекомендует меня всем своим друзьям олигархам. Вы слышали? Он рекомендует меня всем своим друзьям олигархам. У меня песня года, у меня золотой граммофон. Я не верю глазам, и это не сон. И вот министр культуры поднимает стакан. И вы не поверите, из его айфона 2К победоносно. На все министерство культуры звучит. Всем вместе! Еду! Оу! Еду! Еще! Еду! Магадан! Отдавай, паново, ништяк! В Магадан! Что ты не расслабляешь? Еду в Магадан! Но, к сожалению, так и остался автором одного хита. Одного музыка такого, который знает вся наша необъятная страна, а также ближнее зарубежье, ну и Израиль. Давайте споем, послушаем и похлопаем в ладошки. Еду от души. Еду. Есть же нормальные песни. Еду от души, Иван. Еду в Магадан. Еду. Большое спасибо, аплодисменты девушкам. Девушки, огромное вам спасибо. У нас сегодня была прекрасная подтанцовка на этой великой песне. Спасибо большое, аплодисменты смелым девушкам из города Иваново.